Украина ввела антидемпинговые пошлины против российских производителей на ближайшие 5 лет. Экспортеры из России теперь будут дополнительно платить почти 34%. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики. Как отмечают в ведомстве, антидемпинговые меры будут способствовать развитию украинских предприятий. Кроме того, Киев проведет расследование в отношении импорта удобрений из России. Напомню, по данным отечественных производителей, почти 70% украинского рынка минеральных удобрений занимают именно российские поставки. Подробности сделали не один материал о закупках карбамида и аммиачной селитры у компании «Еврохим». Предприятие уже 5 лет участвует в программе модернизации российской армии и флота. В частности, его селитра является основой для производства пороха. И тем не менее, при кабинете Яценюка «Еврохим» успешно торговал с Украиной. А в прошлом году продал нам своей продукции на 5 миллиардов гривен. Теперь же, по итогам антидемпинговой проверки против российских производителей удобрения могут ввести дополнительные пошлины.